Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Марии Елизабет Луиза Вижер Лебрен, портрет младшей сестры Людовика XVI, принцессы Луизы Елизаветы. Портрет младшей сестры Людовика XVI, принцессы Луизы Елизаветы, представляет прекрасный образец женского портрета позднего рококо. Известно, что девушка была очень предана своему брату. Во время революции она не уехала в эмиграцию, а оставалась со своим королем и Марией Антуанеттой до конца. Несмотря на то, что Робеспьер считал ее неопасной для революции, в 1794 году Луизу Елизавету казнили. В монархических кругах Франции принцессу воспринимали как святую. Данный образ, написанный в более раннее время, тем не менее, оказывается в духе этого убеждения. Портретистка из Франции, дочь художника Марии Елизаветы Луизы Вижер-Лебрен, с юности активно училась рисовать. В 1776 она вышла замуж за художника и торговца живописью Жана Батиста Пьера Лебрена. Связи супруга позволили ей получить приглашение в Версаль для написания портрета королевы Марии Антуанетты. Монархия особо высоко оценила ее дарование и обеспечила заказами, сделав модной художницей в Париже. Несмотря на сопротивление остальных членов госпожу Лебрен, в 1783 году по настоянию правящей четы приняли в Королевскую академию живописи и скульптуры. Ну вот так немного я такое описание нашел о портрете младшей сестры Людовика XVI, принцессы Луизы Елизаветы, автор Марии Елизабет Луи Вижер-Лебрен. Пока-пока, до свидания.